Привитос, амигос, ну а вы, я и Fallout 4, и мы с Валентином идем вступать в Братство Стали, чтобы выполнять для них крутые квесты. Здравствуйте, Паладин. Оказывается, можно заниматься клановой проституцией в этой игре. Разрешите попроституствовать какое-то время у вас. Меня все равно это не интересует, это честь для меня. Чувак, я неделю думал и решил, что это для меня охуенная честь. Да, принимай. Че, я клятву дать не надо, что ли, никакую? I think he has the potential of becoming one of the best. Только сядешь, соберешься принести немного дерьмового творчества в массы. Начинают названивать, как чуют, как жопой чувствуют. Так, а попасть на привиден, всего лишь новобранец, пошутить, я не подведу. А, попасть на предвен, а что такое предвен? When do I get to head up to the Pridwin? А, дирижабль, что ли, Придвин? Ну и назвали. О, гладиатор гней, и ты здесь. Сарказнуть, что ли? Ну давай я удивлю тебя вторым заданием, Паладин. Слышь, Паладин, а где твой меч? И щит. Это армия, сынок. Это армия. Нихера у него предплечье, да? Космодесантник. Ненавижу правила, уже приходилось служить в армии. Не кажешь, одет как абсос по сравнению с нашим блистательным Паладином? I only ask for two things from anyone under my command. Честность и уважение. Хочешь, буду звать вас, ваше величество, Паладин. Блять, вот за это я ненавижу братство Стали. Это просто пипец. Это как клан Долг, сука, в этом в Сталкере. Вроде все солидно, так чинно, благородно, но такие нудные, ёб твою мать. То-то я их за свободу постоянно метелил. Начинать с самого низа, спасибо, новое звание. Does this mean I'm one of you now? As far as I'm concerned, yes. Ad Victoriam Knight. He doesn't even know what that means. Чё ты там по латыни? Means to victory. Ad Victoriam? Значит, ad викторианский. Because we're fighting for the future of mankind. Our rallying cry is more powerful. Бля, он не боится своими ручищами сломать свой лазерный пистолетик. Now, I've received orders that we're both to report to the Pridwin. However, if you want to run a few ops for Scribe Halen or Knight Reese first, they could certainly use your assistance. I'll leave the choice up to you. Let me know when you're ready to mount up. Пошел. Эй, Рис. Будешь Рис? All right, out with it. What's your game? Ну так, в картишке шлепаю в монополию иногда. То шепот, то крик, простая игра. Расплавленный лед, сырая херня. Bugging the heck out of me. You're not the military type. You're a loner. So I can't figure out why you're sticking around. Нас таких одиночек двое, я и Рейнджер Уокер. Поверь, со вторым тебе лучше не видеться. Амиго. What can I say that will make you trust me? There's nothing you can say. Trust is earned through action. Nothing more, nothing less. Look, I'm gonna cut you some slack because Dance trusts you. But if you step out of line and put any of my brothers or sisters in danger, I'll make sure you regret it. Ой, so, бля. Ready for your assignment? Я предам тебя, как Пашка Морозов. What's your problem? My problem is I can't figure you out. You come from out of the blue, take down a few ferals, and suddenly you're all buddy-buddy with Paladin Dance. I don't know if you're serious about being a part of the party. Ревнуешь, что ли, ко мне свою подружку Дэнса? Everybody dance now. Until you tuck a few of these assignments under your belt, I'm gonna be keeping my eye on you. Да ты заебанец, ты мне дашь квест или нет сегодня? Ready. Then listen up. Like it or not, one of our most important duties is to keep the Commonwealth clear. Очистить содружество от мусора, иди подметай, блять. О, синтов будем чистить. Валентин, приготовься. Right here.
Я тут немножко, блядь, задеваю микрофон, когда пытаюсь его поправить. Колледж Сквер, провести зачистку, блядь. Миссии зачистки моей любимой миссии. Эй, детка, я могу поговорить с ней, сидя рядом на диване и немножко приобняв ее левой подмышкой? Хейлен? Ну куда ты пошла, да ёб твою мать. А, ну да, после войны нету антипреспирантов, я, наверное, вонючка. Почему он меня ненавидит? Я сдаюсь. Да я выебу его и высушу при первой возможности. Блять, тебе что, крема для лица, что ли, принести? Ты ж пиздец, на смерть похоже. За мной не раз такая приходила, еле отбился. Попытка убеждения была бездарно проябана. Да, я член ценнейший. Ну давай, а тебе что надо? Мышь. Поиск и сохранение технологий... О, блядь! Какие вы нудные! Анклав! Анклав! This should cover all the information you'll need to find your first artifact. Good luck, and be careful. Квартирмейстер. Бар Парквью. Раздобыть сенсор потока. Ебешь. Ядрись ты конем. Так, задание. Квартирмейстер. Очищение содружества. Ладно, Валентин, за мной. Сейчас пойдем, блядь. Докажем этим пиздюкам, чего стоит. Вояки, блядь, Первой мировой афганской войны, или, Вьетнамской войны, и этого, и человекоподобные роботы, устаревшие модели. Кстати, а в какой войне воевал наш главный герой до ядерного апокалипсиса, интересно? Это упоминалось? Он же был солдатом вроде как, показывали, что он там, или это не он где-то бегал, что-то я провафлил. Так, карта. Колледж Сквер. Это вот это надо зачистить? Демон Сити, жилой дом Парквью. Хуйня какая-то. Хопа с левой, хопа с правой. Где оружие-то, ёптать? Я чё, свой силовой кастет где-то оставил, что ли? А, я топор, наверное, где-то оставил. Подожди-ка. То-то же, мазафака. Так, у меня есть вот это. У меня есть. Вот это. Вот это. Снова вот это. Теперь вот это. Посмотрим, взглянем на дробовик. Угу. Ага. Странно. Калибр вот у этой пушки и вот у этой один и тот же. А патронов у этой почему-то больше. Видимо, у меня новая снайперка на новых патронах работает. Ходячий! Валентин, поддержи меня огнем из кувалды. Отличный удар, Валек. Вы слышите эти звуки, с которым стреляет моя слонобойка? Вот она, да? Залепи, Валек. Я все нужное собираю. Все в хозяйстве пригодится. Даже огнетушитель. Шутка. Вот огнетушитель точно бесполезен. О, алюминиевая баночка. Чашка с лапшой, вообще классно. Валек, ты решил повеситься? Синты не дышат, обломись. Ой, алюминиевые канистры, майна небесная. Были неспосланы нам. Так, что тут? Зачищать-то надо. Патрон, патрон, патрон. О! О, смотри-ка. О! Я как, бля, волк, ну погоди. О! О! О, блядь. Чё это такое? В чердачное помещение, пожалуйста. Вон, смотри, у него дыра какая в мозгу. И в стене. Бля, Борис, что ты здесь делаешь?
Изолента. Хорошо, заберись. Ладно, мне хватит тут херню страдать. Надо локации чистить. Зачищать локации, соблюдать шаббат. А, вот здесь. Парковью. Я так понимаю, здесь гулье одно. Ебучее. А гульё мы и кастетом прихандосим. Вот. Так что... Кстати, минуточку. Ну, давай, грузись, пока я не забыл. Мысль ускользает, мысль ускользает. Помощь. Я скоро надорвусь уже таскать ментанты, поэтому мне надо на минус поставить ментанты. Я буду ими лечиться, периодически путая кнопки, но лучше так, чем рейдер. Так. О, кто-то вальнулся с волыны. Вискарик. Вискарик мы возьмем. В целях борьбы с перевесом. Чё? Хорошо в наушниках услышал, что-то запищало. Спасательный круг. Ну я хуй знает, где тут плавать на нем. Ну так что, кто тут? Гули, рейдеры, кто? Ух ты, блядь. Икигуль, не здравствуйте, не до свидания, сразу по еблищу, на, ёпты, с порога. Отлично. А, легкие в жопу. Валентайн, я тебе помогу отправиться в лучший мир. Изолента военного образца, нихера себе. У вояк своя изолента. Жируют. Говорила мама, иди в армию, там у всех изолента своя есть. Опять это... Обезьяна, я там... Да ебось. Откуда ты взялся-то, а? Только нагнулся для того, чтобы добычу полутать. И тут на, по срокотану, ептать. О, стимулятор. Сишки. Баф вот. Довоенные бабулесы. Солберистейк. Не, жрачка меня не интересует. Ее задолбал уже таскать. Хлебница. Ну, хлебница, наверное, на пластмассу разбирается, да? Я сомневаюсь, что... Не понимаю, о чем ты говоришь, Валентин. Валентин еще не понял, что его в напарнике бомж взял. Сложный. А почему дверь красного цвета? Че, у меня карма понизится, что ли? Че-то мне кажется, что я пытаюсь вскрыть нескрываемое. Невскрываемое. Да конем ты, блядь, сука, ломайся. Замок ломается, как моя бывшая, еле-еле. О, жить и любить. Спутники наносят на 5% больше урона. Отлично, я думал, что это очередная книга про Иисуса. Жетон на метро. Все понимаю, но зачем я взял сейчас это говно? Непонятно. Так, нахуй. Валёк? Работа, ёпта, черт. Потом доложишь. О. Выноси гульё! Валёк? По-моему, у нас проблемы. Давай выпустим этого робокопа срочно на помощь. Работник метро. Тут жетоны повсюду. И мы в метро. Почему бы не сделать работника метро? Да работай ты! Чё ты виснешь, сволочь? Сука, надо Windows переставить. Он выходит прямо, а голос я слышу слева. А кто там в них стреляет? Бля, куда тебе жетончик-то кинуть? Где у тебя копилочка?
О, ты дверь умеешь открывать на себя через текстуру, обалдеть. Давай, топай. Да, в жопу тебя, короче, я не знаю. Дождешься тут. Активно. О, еще один. А ты-то откуда взялся? Я же, сука, предъявил тебе, мразь. Легендарный протекторон, наблюдатель. Так. Где эта помощь грёбаная? О, ядер кола. Ништяк. Ломай его, сука, падлу. Чё? Ёбаный в рот! Это чё за хуйня? Пиздец, там был бесконечный лазерный пистолет. На тебе нахуй бесконечный лазерный пистолет. Сука, педрила, блядь. Причем у меня же есть жетоны. Кого хуя он жетон-то не берет? Брась, вонючая. Ай, ну нахуй. Может, он там и так ходит. Он, походу, безумный какой-то, блядь. Он вообще не должен был. Я что-то не припоминаю, чтобы эти автоматоны поганые ломались после. Заебанцы, блядь, а? Все-таки бесполезный силовой кастет. Вот если бы он ваншотил, было бы лучше. Смотри-ка, блядь, и здесь выпустили, а? О, интересно, а кегли на что разбираются? Говнюк, блядь. Сука, надо ж такое, такая залупа вообще. Ну, подстава, ёптать. Да, я характера, бля, характера. Легендарный, да, смотри-ка. Эй! Давай ему в лампочку настреляем. Ёб твою мать. Нихера он втаскивает. Я думал, что это квест для отсталых левелов, а он какой. Где у меня граната плазменная? Лови, ублюдок. Ну, никого там, ёпты. Чинит его, блядь, рабоче-крестьянским инструментом. Упс, I did it again. Сука, что за говно-то, блядь? Терминатор, восстание машин. Сцена 8, дубль 15. Сука, почему же он стрелял? А, огонь-то открывает. Ну это обычный хуй бы с ним. Блядь, причем, сука. Я вообще не понимаю, откуда у него брони-то столько. Этот почему-то не взрывается. Так, а я понял, чем хвалить надо. Гамма-пушкой. Попробуем-ка пострелять из нее по заднице этого урода внизу. Гулю похуй. Так. У протектрона защита как раз говённая. Я что-то не вижу, где он. Гуля он мочканул, несмотря на то, что Гуля был ядерный. Был жетон на метро.
активировал, блядь, на свою голову. Где этот говноед? А вон он, обошел. Ну, я что хочу сказать, что урончик-то так себе. Руку ему хуй отстрелишь, блядь. Понятно. Ой, оружие-то восстанавливается, с какой скоростью ёбнуться можно. Странно, вроде у него было много защиты, но... Я ебал, какая там дальность взрыва-то, пиздец. У него что там, ядерная бомба в очке стоит, что ли? Он заебал, блядь, уже меня. Просто заеб, блядь, реально. Терминатор, блядь, в конце третьей части так не взрывался, блядь. Ублюдок ебучий. Нахуй пошел. Огребешь сейчас из пистолета Келлога. Блять, я застрял. Охуенно. Я жопой на штырек присел немножко, блядь. Покайфовать, блядь. Сука, я ща бомбану, блядь. Я ща уничтожу нахуй все здесь, блядь, живое. Это че, блядь, за уровень такой, ёб твою мать. Чтоб какое-то, блядь, говно сраное, блядь. Отлично, я, блядь, захиляюсь заранее, ёб твою мать. Мне сейчас шире его как бы нужно. Подождите. Срочный взлом. В режиме slow motion. Ты-то что не дерешься, ёпта, иди, он твой, блядь. Брат, нахуй, по тормозной жидкости. Собрат по разуму, иди, улаживай с ним. Из какой он стреляет? Из этой? Дострелялся, мразотник. Сейчас я из него рукопашного бойца сделаю. Сука горбатая, а? Смотри, что делает. Была колонна, нет колонны. Это ружье для охоты на слонов, сучка. Ну все. Теперь убегаем отсюда нахуй. Да. Он знатно себе пердак заминировал, сучара. Бесконечный лазерный пистолет, смотрите-ка. 24. Это пиздец. Это просто пиздоферсон настоящий. Валентос, ты где? Да, тут это ядерная батарея у него в очке рванула. Радиация до сих пор оседает. Не вертись, как говорила моя учительница. Бесконечный. Пользуйся. Воюй. С кувалдой ты все равно как полное говно. Ну чё, зачищено? Ментанты, да. Колледж сквер. Нет, не зачищено, что ли? Еще не все, еще кто-то где-то. Че она там достать пыталась-то? Погремушку. Гремело там, бля, в унитазе погремушкой.
Валентин, ты где-нибудь врагов еще видишь? Врагов Рима. Чё-то борода какая-то, наёбка, походу. Ну, должны были написать, типа, квест выполнен, нет? Ёб твою мать. Вон, носится нищебро какой-то. В платьице, смотри, не хочет умирать. У Валька бесконечный, бля, лазерный пистолет, он его экономит. Вот это прикол. Ну так и чё? Фонарь какой-то, блядь. А, вон ещё один. Хули он шатается-то, сука? Вышиб из него мозги. И все дерьмо. Че еще легендарные мобы будут какие-нибудь? Ты смотри, сколько их тут, ёпта иметь. А снайперка-то, смотри, как ваншотает. Ух, хороша чертовка. Ой, блядь. Это чё за хуй пробежал вообще? Я чё-то не понял, чем стреляет этот обмудок? Я ему чё дал, блядь? Лазерный пистолет-пулемёт, что ли? Так вроде бы... Не такая скорострельность должна быть. Обрывок журнала? О, крышка мина. А чё за обрывок журнала? Блять. О, сколько тут добра-то, блять, накопилось. Я еще даже, наверное, пол игры не прошел. Рика погибла. Внутрь прорывались всего несколько из нас. Вход удержать не удалось. Их было слишком много. Оставался один путь вниз. Пересидим тут пару дней, подождем, пока гули не уйдут, а потом выйдем. Пожалуй, отправлюсь в соседство, в добрососедство. Ты о чем, отмороженный? О, финальный. Даже пометили его. Nice. Ну, хоть раз попал. Hey, I'm listening. Over here. Почему ты из него не стреляешь, я не понимаю. Новая игрушечная машинка, вяу. Ключ от станции колледж с головой пупса. Тактически калиброванный, усиленный. О, жесткая полимерная боевая броня. Вах, какая. Штучка. Будильник. Ага, ага. -1, изолента. Тут-то хоть... А, я по кругу просто пошел. Понятно. Все, валим отсюда. Надеюсь. Что, блядь, еще один, что ли? Валентин не теряется, переходит с оружия на оружие просто знатно вообще. Херак молот достал, херак это. Пистолетик выхватил.
Ну чё, зачищено, блядь, говно это или что? Заебало уже, конец. Да, так себе квест. Начало сотрудничества с Братством Стали. То еще, блин, удовольствие. Надо, наверное, быстрее на дирижабль попасть. Там, наверное, самая веселуха. Хотя я так понимаю, что это просто их база. И там ничего особого нет, только новые квесты какие-то. Что такое за ствол такой мне тут показывают? Водяной пистолет, как будто детский, где-то давление нагнетаешь, потом струей ссышь на своего друга. Так. О, кстати. А что это здесь так? Сейф стоит до сих пор не скрытый. Не... Yes. Да, интересуюсь антиквариатом. Особенно антиквариатными патронами. Бля, как он быстро атачит-то, смотри. Блять. Пока там этот детектив играет, блять, в боевик в какой-то, там, приготовился к перестрелке, стоит там уже высовывается что-то. С гулями рукопашными. Вот умный, блядь. Да сдрисни ты нахрен. Так, куда идти-то? Кембриджский полицейский участок. Вроде рядом. А вроде не рядом. О, блядь! Валентайн принял взрыв на себя, ёптать. По красоте. О, нормально. Вот мы и дома. Хотя надо было, наверное, сначала пойти еще артефакт добыть для этой курицы. Значит, сомневаюсь, блядь, надо это или не надо. Это на что-то повлияет, кроме кармы в этом. Кармы общей в их группировке обосранных паладинов. Слышь, что, толстожопый. В очко свое доверие забей. Что-то 92 чонта мне дал. I'm ready. Good. I'll mark the location on your map. See you when the target's clear. Тоннель Маспайк. А я что, еще не чистил его? Сука, блять. Как въебать этим по затылку. Ой, блин, а этой дуре еще и не по разу им надо подгоны сделать, смотри-ка. Они злоупотребляют моим свободным временем, походу, активно. Сука, вот поэтому Братство Стали говно вонючее. Никогда не вступайте в Братство Стали, пошли они в жопу. Diamond City. Не, нахер Diamond City, там из него выходить, это опять загрузка, я уж сюда как-нибудь поближе телепортируюсь. А тут уже какая-то дикая перестрелка идет. Кого-то с кем-то. А, это, кстати, мини-лагерь, который тоже можно обустроить, если сильно надо. Блять. До сих пор педали путаю, где у меня лечение, где у меня оружие, а где чего. Кто там кого-то долбосит ярость? Смотри, там война, походу, началась. Первая постапокалиптическая. Бам в чердак, бам в чердак. Ему все пофигу, смотри. Он делся-то. А, это опять на этом перекрестке, что ли, где я на мины в магазин нарывался? Тут, походу, вечный запас супермутантов.
заебись. Ебать, бежим нахуй! И снайперки в ВАЦ, мой, конечно, чувак стреляет как Бьёрндален, блять, в старые добрые годы. Быстро, но мимо. Ёб твою мать, да ну нахер. Вот пидорес. А что за говно плетает? Да, попал, обалдеть. Не будешь штрафного круга. Первым дополнительным патроном в точку. Как задолбал этот переход в прицел через, блядь, через черный экран. Это просто пиздец. Я просто цель теряю, когда это происходит. О, легендарий тебе вышел на бой, на битву. Хоть попал, ёб твою мать. О, пулемет Максим ебалашит, а. Жалко, жалко, у него патроны не бесконечные. Где он? Сука, темно, ничего не видно. Рыбоглаз, военная сталь, офигеть. Облученный дрын, дополнительный урон от радиации. 50 единиц, 50, 60, 73 дамага наносит этот дрын. Цена его аж целых 20, блядь. Увеличение урона. Здесь зато из этого боссов хорошо дмочить. Ладно. Посмотрим, будет ли с ним бегать Валентин. Он, походу, выбирает лучшее оружие, да? Поэтому мой бесконечный лазерный пистолет ему не понравился. Знаете. Шизгарь. Так, мы далеко вообще? Рядом. Сука, тупик. Ёбаная темнота. Ну, для огненного пехоля патроны накопились уже. Правда, с его скорострельностью это, блин, ровно на 10 секунд стрельбы, наверное. Да, ёб твою мить. Понастроили. Интересно, как тут машины до войны-то ездили? Посмотрите, какие узкие улицы. Как вот эта машина, вот, при ее длине, должна входить в этот поворот? Или тут везде одностороннее движение? Строго односторонне. Вдвоем не разъехаться. А, какой странный знак. Пошел ты нахер, ёб твою мать. Беги, чувак, беги. Нас не догонят. Рвануло. Наверное, в гранату попал. В бомбу, вернее. В пояс. В поясок шахида. Канализация. Ну, канализация меня мало ебет. Блять, легендарный. Стволы заели опять. Действительно, давно в меня что-то, бля, гранаты не бросали. На каждом-то шагу. У
Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Как же достала, сука, меня эта радиация-то. Очень метка, твою мать. Ты там вообще залепи свой гудок. Вот нахер надо, а? Не дают вообще ничего сделать. От этого аж, я не знаю, что-то, блядь, марио какой-то, блядь, летает в воздухе. Это, наверное, от того, что он мутировал. А опыта за него вообще что-то херню дали. Да понятно, блядь, что минус, когда ты туда попадал-то. Уменьшение урона в неподвижности, заебись вообще. И вот что-то часто я такое говно нахожу. Сука, а где артефакт-то лежит? Здесь где-то? Или это даже не локация, а просто аутпост, наверное, супермутантов? О нет, блять, жилой дом открыть, сука, я думал просто дверь. Не, я охереваю, сколько в этой игре вот этих локаций. Ну, просто жилой дом, локация. Мясо яугая, блядь, не яугая. Мясо брамина. Какие они мясоеды. Фенс. Чё, блядь? Какой фенс? Какой чего? Где? Где он орал-то? Ай, да пошел нахуй. Сомневаюсь, что в этом жилом сраном доме что-то впечатляющее можно было найти. Блять. Лишний за. На нахуй Валентину по еблищу сразу сходу, блядь. Он ничего понять, наверное, не успел, блядь. Приходовали. Коробка со взрывчаткой, нихера себе. Сейчас в первый раз вижу коробку со взрывчаткой. Сколочная граната. Куда идти-то, мать твою? Прямо и налево. Я не отсюда разве пришел-то? Навигатор, блядь, тут, конечно, сделать какой-нибудь мини-мини, это прям невозможно. Нормальный такой, со стрелочками. Ну, я отсюда и пришел. В общем-то. Кто-то ранен, говорят, нет? Через печь не пройти туда? Кто-нибудь помогите, кто это кричит-то? А что это такое? Хозмаг.
Чё за борода? Мы стали свидетелем уникального бага, видимо, бесконечно входящий в двери поселенец. Или его оттуда так, типа, только что выперли, он прогрузился, развернулся и обратно пошел. С первого раза не понимает, походу, ни хрена. Да я, блядь, засаду чую жопой. Чтобы объяснить, как душ работает, здесь, бля, манекена поставили. А это что за братская могила? Засада от бога, не правда ли, Валентин? Ну и? Ага, вон они трупов набросали тут. Поселенцев. И девочки, и мальчики. Торговец. О, у них тут склад целый, охереть. Я твою маму тоже факал. Говнюк, блядь. Поселенку тут тоже надо уделать. Сука, она столько людей тут загубила, тварь. А. И все, что ли? Какая-то мелкая локация. Демо. Это группа демо была. Нищеброд какой-то. Именной моб, у которого лута вообще никакого. Настольная игра. Интересно. О, все, началось. Интересно, настольная игра вообще на какой, на что хоть разбирается-то? Алюминиевая канистра. Абсент. Абсент из биоритмического сканера. Это что там, интересно? Как он, блядь, сделан с помощью абсента? А, здесь, смотри, еще какая-то дорога есть куда-то. Либо проходить по стелсу предлагалось, либо что-то тут снычковали. А. Какой шанс, что здесь где-нибудь есть? Пупс, например. Я думаю, что что-то тут спрятано. Там понятно, это для того, чтобы внимание отвлечь. Тайник с крышками. А, и это все, наверное. Тоша, пойдем. Что делает этот, блядь, дуболом? Ага, сейф. Я же говорю, что-то тут нечисто. Учитывая, какое говно лежит в этих сейфах, конечно, можно было и не париться особо.
куча какого-то бреда. Демо. Кто такой, интересно, демо? Тоже, наверное, чей-то квест. Найти и убить демо. О, вентилятор, это заебенчик. Вентилятор надо брать. Херак. И мы в деле. Ладно, поскольку квесты побочные, а это, я так понимаю, побочные квесты Братства Стали несут уныние в массы, да, это пиздец как неинтересно зачищать по квесту локации. Ну ладно, когда я иду там в какую-нибудь, иду там куда-нибудь целенаправленно, там в Светящемся море нашел пирамиду, надо зайти, да, посмотреть, что это такое, это интересно, но идти, блядь, чистить какую-то сраную станцию метро ради вообще ничего, ради того, чтобы тебя зауважал какой-то обсоса, которого ты сам не уважаешь, да нахер это надо. Пошел он в пизду с своим квестом. Как я сел между ними? Это моя нога. Это ее рука. Пиво, доктор. Доктор Ядерный Дизель. О, нихера тут такая ловушечка, псари. Я же разминировал. Тихо-тихо. Почему? По стелсу ебашу, смотрите, пацаны, а? Стелсер от бога. Оружейный верстак, да, неплохо она себе сверстала броньку. Серьезно, ей она жизнь продлила, блин, существенно. О, книга невозвращенная. Мог бы сначала книгу вернуть, потом помирать уже в этой ванной. Эгоист ебучий. Верни книгу, сдохни в ванной. Эгоист ебаный. Пластиковая вилка, ништяк, ланчбоксы рулят. Только для вас скрываю, только для вас. Так я не трогал их и не собирался, но кто-то начал писать, ой, что ты не открываешь ланчбоксы? В них же постоянно стабильно попадаются разные прикольные крутые ништяки. Ну и видно. Сука, обойма кончилась. Ну ты посмотри, какое говно. Вот тварь, блядь, а, поставили. Хитрожопа, хитрожопа они тут. Рейдер-мусорщик. Взрыв-то будет? Забавно, как он украсил входную дверь. Надо так же сделать. Возьмем, так сказать, на заметочку. Так, 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 в башку, в башку. Ну, промахнуться-то невозможно из этой... Убрал нахуй. Оп. Пуля, дура, штык, красавец. Да, я ее тоже всажу. Ну, давай в два смычка зажмем ее тут бутербродиком. Моя пуля будет последней. Стимулятор. Я там, кстати, какое-то говно подобрал. Эколомик. Да, у меня что-то упало, только не подбирай это. То поешь, блин. К этой, к варваре туда. Лопатка. Наверное, это мощное оружие, лопатка. Поселенец. Как мало от него осталось. Однако среди этой кучи ошметков я сумел найти патроны. А, вон он, под кроватью. Так, где тут, собственно, артефакт-то? Как он хоть выглядит, интересно. Может, я в будущем случайно найду. Может, он и был только что? Сомневаюсь. Фенс открыть. Чего, блядь? Сенсор потока. Она уверена, бля, что он здесь вообще, этот сенсор потока. Так. Очищение содружества пошло ты в жопу. Сенсор потока. Где-то он здесь. Чё, блядь? Не, ну чё не так-то? Ну, давай через верх выйдем, может, наверху где-то. Сдриснул нахер с дороги.
Или это не тот жилой дом? Вообще-то на него указывал. Сенсор потока, блядь. Наверное, это разводка какая-то у них, наверное, это. В братстве стали учебно-тренировочной дырявой ложкой жрать, заставляют пойти искать сенсор потока, который не найти. Быстрее вставай, война, напали. Верстаки кругом-то, посмотри. Что такое? О, блядь, Семен Семенович. По мутантам стреляй, ёптать, осел. Я их привлекаю больше, чем зеленые морды. О, легендарный. Его супермутанты завалят, а я лут соберу. Хе, халява. Фраг, фраг, фраг. Я ебал, сколько их там стоит, а? Чё, не долетело, что ли, говна кусок? Перелетело. Нет, ты сколько хедшотов там уже? Что, еще кто-то? О, двухзарядный снайперский карабин. Кто-то говорил, что двухзарядный — это круто. Да, да. Да, ёпта, убери нахуй с моего экрана. Где это двухзарядный снайперский карабин? А у мой был перфорированный. Сколько дамага? 76. Давай, до свидания, ептать. А кто это делает-то, блять, а? Легендарное замедление. Я, ебать, даже врага не заметил в этом легендарном, сука, ебаном замедлении. Что засейвился, мать твою. Вот ты, бля. Рейдер-убийца вонючий меня убил, что ли? Блядь, где эта снайперская хуйня-то? Ладно. Ну, что-то я не вижу, чтобы она по две пули прям выпускала. Блядь, ну кто это делает-то? Ебись ты конем. Да что за хуйня-то такая? Заебало. Да, такое ощущение, что кто-то там в текстурах стены, блядь, провалился. Ебашит оттуда. Я охуенно сохранился, не правда ли? Причем это, блядь, лечение вонючее вообще не спасает этими ссаными стимуляторами. Метка, четко. А тут, наверное, кто-то, блядь, легендарный сидит, нет?
Ебать, он хуячит, слышите, чё за... Чё за бред, блять, вообще? Чё у него за дамаг такой? Космический. Громила какая-то, блядь, супермутант. По улице ходила ебучая громила. Она Шварценеггером была. Мясо болотника пошло в ход. Ой, slow motion. Блять, не очень, да? Пиздата, наверное. Как он метко стреляет из-за косяка, из-за дверного. Не целясь. Да я твой рот, блядь, топтал, ну это пиздец полный, блядь. Чё за чушь, господи, какое говно. Охуеть, он чем вооружен-то, блядь? На, ублюдок. Сейчас все будет улажено, подождите. Это уже успех был. Туда добежать само по себе достижение, блядь. Сука, я такого босса еще, бля, в этой игре не встречал, как этот, блядь, обычный. Сейчас, теперь оружие, блядь, проглючит, подождите. Попробуем, блядь, огоньку ему поддать. Я хочу его ствол себе забрать. Там, походу, что-то, блядь, вообще из ряда вон. А, я застрял, походу. И можно пролезть. Так, у меня коктейль Молотова есть? Бутылка есть. Ублюдок, ты смотри, что делает, а? С глушителем чем-то строчит, что ли? Давай, наворачивай. Рот твой топтал. Чухан, сука, ебучий. И Валентайн, главное, на жопе сидит, то есть не забрать. Не взять даже, блядь, пушку. Гранатомет какой-нибудь. Два раза в чердак. Ну. Три раза. Что-то он в этот раз тупит, по-моему. Блядь, чё я так раньше не сделал? Сорок пять опыта. Ну и здоровый, блядь, кабан был. Приготовьте сейчас увидеть, видимо, оружие века в этой игре. Судя по тому, как он меня складывал здесь. Бля, у рейдеров тут, походу, вообще шансов не было. Вообще никаких. Просто ноль. Мясо от скорпиона. Где у него нашли-то хоть? Бесшумный, мощный автомат. 22 урона, блядь. 2700 патронов. Так откуда, блядь, дамаг-то такой, ёб твою мать. Не мог я от 22 дамагов так, блядь, огребать.
Надо куда-то поставить его, блядь, стрелять-то вообще нечем. Сейчас посмотрим, может я также буду хуй вертить. Прицел из двух саморезов, все нормально, блядь. Чинарем. Пушка, блядь, величайшей конструкции. А, сенсор потока. Быстрый, емкий. А, да-да. Быстрый, меткий. Как пуля резкий. Чего? Дверца бюро. Отлично, блядь, дерьма кусок. Got it. Watching a conductor at the orchestra. А чё ты мне лайки не ставишь, Валентин? Почему не пишешь, что ему это понравилось? Он на словах говорит, что я как бы, блядь, красавчик все делаю. Но карма ни хрена не увеличивается. Мясо дутня. Супермутанты тут жрачку все делали, походу. Это чё? Парк? Да нахер он не нужен. Парк, парк, парк. Нахер, парк, парк, парк. Где это полицейский участок грёбаный? А где враги-то? Какие враги, нахуй? Нет тут врага ни одного. Они где-то орут, но я вообще не врубаюсь. Где они? Я могу отбежать. Отсюда можно? Очень домой хочу. Да, выкуси супермутантское зеленое говно. А это что, хламатрон что-то показывает? Да не, это БФГ. БФГ 2000, блядь, из третьего дума. Плазмоган. Ну что, получаем благодарность. Нет, от этого говна благодарности не дойдешься. Не дождешься. От скриптера. Эй, скриптер, а почему вы не спите вместе с Ризом? О чем речь? Не видел никакого артефакта. Может, из него что скрафтить можно? А че опыта-то не дали? А, дали. Копейки какие-то, блядь. А, все, она отметила. Да, понятно, короче. Записывать прохождение побочных квестов этих уродов смысла вообще нету. Нихуя себе. Возможно, что и без записи нету смысла проходить. Эти квесты, они, блядь, однообразны, тупые, неинтересны. Так что, ну, ничего, в следующей серии пойдем... Посетим дирижабль, посмотрим, может там что интересного есть. Шестеренка здоровая. Не знаю, что из нее скрафтить можно. Теперь можно у них вентиляторы украсть. Они теперь разрешают воровать, типа, все наше, ваше и так далее. Ладно, короче, понятно все. Серия фуфло, квесты говно и все такое. Что-нибудь жмите, но все равно что-нибудь можете жмите, что-нибудь пишите. И адьё.